Международный терроризм существует только потому, что ближневосточные государства помогают боевикам. Дает им оружие, деньги, предоставляют фальшивые паспорта, открывают для них тренировочные лагеря. С этой точки зрения свержение Саддама Хусейна, что бы ни говорили по этому поводу, есть удар по международному терроризму. Исчезло государство, которое всегда помогало радикалам, которое давало им деньги, оружие, в котором боевики после очередного теракта могли отдохнуть и подготовиться к новому преступлению.